Здравствуйте, дорогие зрители моего канала, моей страницы, просто любители и гости, которые заходят посмотреть наши видео. Сегодня мы находимся в Чусовском районе, в деревне Половинка, а может это уже Горнозаводской район. Деревню Половинка мы в принципе снимать не планировали, она достаточно вымирающая, но стандартная деревня, российская деревня, какие они есть у нас сейчас, все такие стандартно вымирающие. Но что нас подвергло к съемке, это вот. В деревне Половинка стоит вот такой вот кран. Сначала мы приехали, думали строить какую-то электроподстанцию или что-то еще. Но увидели паспорт объекта. Сейчас я вам покрупнее его покажу, этот паспорт объекта. Заодно зачитаю, что здесь строится. Паспорт строительного объекта. Дом жилой с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по адресу поселок Половинка, улица Парковая. Разрешение на строительство от 14.02.2020 года. Что-то, может, я не понимаю, что происходит в этой стране. Не знаю, объясните мне. Жду ваши ответы в комментариях. Я даже комментировать это не буду. Жду ваши ответы в комментариях. Ну вот, немножечко сменили ракурс, переехали в другое место. И отсюда достаточно хорошо видно практически весь поселок. И я все-таки не пойму, у меня напрашивается вопрос. Здесь рядом поселок Скальный есть, там действительно чуть побольше дома, пятиэтажные, то есть как бы сам поселок чуть побольше. Зачем строить здесь жилой дом с многомиллионными вложениями в эту стройку? Может, проще этих людей было собрать и переселить в Скальный? Может, кто-то мне логически даст этот ответ. Может, я что-то не понимаю. Кто-то из властей может откликнется на мой вопрос. Так что ждем.